Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн. Я рада видеть вас на своем канале. Я, вернее, вас не вижу. Во-первых, у меня новый фон. Я думаю, что это болезнь любого блогера — менять фоны как одежду. Потому что лично мне придается один и тот же фон. И когда блогер постоянно снимает на одном и том же фоне, даже если у него там супер размытый фон, супер фонарики, супер полочки и супер баночки, все равно это придается, если все одинаково. В интернете я нашла место, где печатают фотообои, скинула им. Они меня распечатали, черно-белый Нью-Йорк, вот и все, новый фон, класс. Это видео будет о покупках и подарках, так как у меня была недавно днюха, и плюс ко всему мы путешествовали, я кое-что прикупила и хочу вам сегодня показать. Холодно, краситься неохота, одеваться красиво неохота, охота только кушать хлеб, печеньки, углеводы, толстеть. Теперь я знаю одно, что минус зимы и осени, вообще холодной погоды, заключается в том, что вы постоянно хотите кушать углеводы. Вот реально заедать, от этого вы полнеете, поэтому мы на зиму набираем килограмм. И мне это бесит. Первое, с чего начну, это с косметики от фирмы MAC. Хочу начать я с новинки. Это серия по уходу за лицом 2 в 1 от фирмы MAC. Вообще, изначально уходовая косметика в MAC создавалась специально для азиатов. Для азиатского рынка, для Японии, для Кореи и так далее. Но у меня вот эта штучка 2 в 1. Она вот так классно раскручивается. Вот два продукта. В общем, в июне поступило в продажу средство 2 в 1. Light Full C, 2-in-1. В двухкамерном флаконе объединенный мейкап и уход за кожей. В верхнем отделе находится активная сыворотка, а в нижнем тонирующий гель. Вообще, сыворотку рекомендуют использовать на ночь для уменьшения пигментации. А гель в течение дня, чтобы продлить отбеливающий эффект, добавить свечение кожи. Если использовать эти два средства вместе, то есть утром вы наносите сыворотку под этот тональный крем, очень-очень легкий, с сывороткой, то это будет воздействовать на все ваши недостатки кожи, будет избавлять вас от обезвоживания, выравнивать тон кожи, сияние придавать, в общем, перфект. Следующее, то, что хочу вам показать, это тушь от фирмы MAC Extended Play Lash. Тушь на ресницах выглядит естественно, гипоаллергенная, стойко, не осыпается, не смазывается, не размазывается от дождя и снега, потому что она влагостойкая, удлиняет очень хорошо, причем можно наносить эту тушь хоть в 5 слоев, наслаивать, и ресницы будут, в общем, длиннючие. Два средства для губ. Это усовершенствованный блеск для губ, который содержит 77 минералов, ухаживает, увлажняет, плюс придает оттенок. Здесь у меня винный, бордовый очень оттеночек, который я люблю. Это, кстати, блеск очень классно увлажняет губки. И цвет хорошо смотрится на губках тоже. И дизайн мне нравится, что колпачок немного такой расширенный. Сама по себе кисточка плоская и мягкая, она очень хорошо наносит этот блеск, и знаете, он смотрится на губах как тинт, придает такой кровавый эффект вашим губкам, кроваво-бордовый, так, знаете, секси-секси. И следующая помадка от MAC, это новиночка. У меня нежно-персиковый оттенок с мелкими-мелкими золотыми частичками, которых вообще не видно на губах. Помада создает очень естественное покрытие. Хочу сразу отметить, что колпачок фиксируется при помощи магнитика. Яркий ванильный аромат, который, в принципе, не задерживается на губах. Следующая новинка от MAC – это тени минеральные. У меня здесь в наборе 4 тенюшки. Цвета очень такие осенние, красивые. Они все шиммерные, все с перламутром. Очень нарядно смотрятся. На пальцы они наносятся просто великолепно. Классическая черная упаковка. Круглое зеркало внутри, на магните коробочка. У меня две новинки от Estée Lauder, две жидкие помады. Знаете, я, если честно, в восторге от текстуры. Эта жидкая помада сочетает в себе уходовые качества бальзама, а также стойкость и матирует в то же время. В общем, комфортно на губах, очень шелковистая мягкая текстура.
принципе, контур тоже не плывет, она бархатно, красиво смотрится. У меня два оттенка, оттенки, как всегда, яркие, один более коралловый, второй более розовый. Следующая моя новинка — это парфюмчик от Jo Malone London. Дают очень много всего, когда вы покупаете этот парфюмчик. Во-первых, мне дали полную вот такую коробку пробников разных. Здесь у меня их штук 50, наверное. И, во-вторых, мне дали два крема. В общем, вначале мне понравился этот точечный аромат, а потом я его немного не поняла. Поначалу этот парфюмчик раскрывается великолепно, а затем я чувствую спирт галимый. В общем, все, бьюти-новинки мои закончились. Следующее видео, скорее всего, будет о вещах. У меня их много-много-много накопилось. Хочется снять такое haul-видео, именно о шмотках. Я думаю, вы его ждете, потому что осень. Желаю вам не болеть этой осенью и этой зимой, чувствовать себя прекрасно, не впадать в депрессию, не обжираться, не толстеть, и чтобы у вас все было хорошо. Желаю вам, в общем, всего самого лучшего и хорошего. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн. Я очень рада, что вы посетили мой канал, что вы смотрите это видео. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Я говорю в конце, дура. Что за бред? Что ж, это видео будет... Да, у меня еще такой хвост. Хочу свежего хлеба. Прям намазать чем-нибудь, вареньем полить, и все это съесть с чаем. И прям наесться, и вот так сесть и сидеть довольная. Чуть телефон не упал. Ну, первое, с чего начну, это кас-кас-кас-кас-кас-кас. И, в общем, что еще? Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast